Приветствую всех еще раз. Добрый вечер. У микрофона друг, студия Грекам ТВ. И начинаем завершающую часть сегодняшнего выпуска Retro International, ретроспектива на прошлый топ-турнир, на его важные матчи. Тут, конечно же, речь идет о плей-офф, речь идет о финале Виноров и команда Natus Vincere, которая против Invictus Gaming играет уже третью игру. Она, конечно, давным-давно, в 2012 году, отыграла этот турнир. В августе 2012 она уже поняла и радость победы, и горечь поражений. Все тут, в принципе, было. Не только для команды Na'Vi, но и для всего комьюнити, той части, которая болела за Na'Vi. Na'Vi первую игру проиграли достаточно быстро. И, наверное, настолько же быстро, насколько выиграли второй матч. Игра, в общем-то, умудрилась закончиться за, где-то за минут 40-45, два матча было сыграно. Конечно, нервов там было огромнейшее количество тогда, сейчас ко всему этому относимся проще. Ну, по сути, мы поднимаем архивы и стараемся разобраться, что же поменялось в доте. Ну и вот я вижу, что третий раз команда Na'Vi не забанила Тинкера. Команда Invictus Gaming этого самого Тинкера и забрала. Опять же, IG начинают свой пик и свой бан, вообще свой путь с бана Пуджа. Пуджа никто не хочет видеть у Дэнди в руках. Потому что, казалось бы, до какого-то момента, что данный герой является частью пабов исключительно. Пока Дэнди не взял его в руки и не показал, что на профессиональном уровне это делается на ура и великолепно. После этого Пудж у нас как только не использовался. Зачастую, конечно, все-таки на миде, но это была такая редкость. А вот в последнее время я все чаще вижу Пуджа, которого, например, могут брать в триплу. Пудж, который у нас с Шейкером в паре, великолепно себя чувствует. Фиссура, и подтянул кого-то через фиссуру, и без левела, без артефактов. Пудж просто за счет хука, за счет каких-то вот дополнительных своих возможностей. Но сам по себе Пудж в соло как бы не боец у нас в нынешней доте. Тогда было совсем иначе, тогда Дэнди на Пудже, ну я думаю, вы помните, какая там скорость была, сколько китайцев в минуту убивал Дэнди, ну и понятное дело, что Invictus Gaming тут не просто опасались этого Пуджа, они его конкретно боялись. Я бы тоже его на их месте боялся и банил бы 100%. Зарешает хвост на антимаге, не зарешает, это, конечно, под вопросом. То, что Дэнди в 2012 году не зарешал на Пудже, я думаю, что так случиться не могло, в принципе, ну и так не случалось. Если в руки попадал Пудж, то в основном это была реализация на 155%. Со стороны команды Invictus Gaming. Тинкер есть. Тинкер в плане пуша великолепен. Инчай есть. То же самое. Дарксир тоже у нас линии толкает прямо на 5 с плюсом. И Веномансер. Веномансер тоже в мете тогда был. В мете был популярен. И Веномансер, который отличался у нас исключительно саппортинговой целью. Веник, который саппортил, еще раз саппортил. Спустя 2 года этим Веномансером будут выигрываться несколько миллионов просто за одну игру. Благодаря команде Ньюби, которая этого веника ставят на мид, и этот веник на мидлейне просто стирал вообще в хлам тех, кто был против него, через варды, через пассивку все того же Веномансера. Но это будет 2 годами позже. Я думаю, что к 2014 году мы прикоснемся, скорее всего, в завтрашнем нашем выпуске. Сейчас у нас на повестке 2012, и веник тогда еще не настолько опасен, он как саппорт очень крут. Как саппорт, как хороший АОЕ дамагер, то есть благодаря, во-первых, гелю, во-вторых, ульте своей. Вот. Ну и Луна. Луна в пике команды Invictus Gaming. Тоже, в принципе, массовый, хороший такой ульт, который позволяет венику вместе с Луной быть грознейшим оружием. Если еще и Дарксир всех соберет вместе вокруг Луны, понимаете, что, по идее, ситуация должна быть вопиющую опасной для команды Na'Vi. Команда Na'Vi первым пиком, и в частности Пупей, Климент Иванов, забрал у нас Энигму. Энигма здесь брался с прямой целью Энигмы. Собрать всех в Блэкхолл. У Пупей не блестящие Блэкхоллы, скажу сразу, и мне это... А нет, здесь не Пупей у нас на Энигме. В этом случае у нас Лост играет на Энигме, Пупей у нас на Чене. Но вот у Пупея блэкхоллы как-то все не то. Вот у Лоста немножко ситуация поинтереснее. Для Арсарта, для Смайла, другими словами, забирается Лешрак. Тогда подумать нельзя было, что Лешрак пойдет у нас в керри, и какой-то там мифический в будущем появится артефакт, который позволяет Лешраку быть бессмертным на 35-50 минуте,
под названием Octarine Core, который в себе будет сочетать все, что в древности еще сочетал Аганим в себе, то есть и Mystic Staff, и Bloodstone, ну, точнее, Soul Booster. Никто этого знать не знал, лишь Рака использовали как обычного саппорта. Саппорта с хорошим пуш-потенциалом, прям великолепно, потому что диаболики, я думаю, не надо никому объяснять, что творили с товарами. Саппорт тоже, в общем-то, хороший, с нормальным станом по территории, а не по одной цели. То есть зацепить можно было всех и вся, и под Эниму, естественно, все это складывалось на ура. Теперь же, когда у нас лишь раки в 2015 году появляются в пике, а все чаще на этих квалах они появляются в пиках, лишь раки выполняют роль керри. Они фармят, они зарабатывают большое количество хп и маны, и они просто как атомная бомба или как, скорее всего, ядерный реактор полуразрушенный бегают и разваливают всех налево и направо. В 2012 году никто еще не знал, что руны будут находиться везде и будут это исключительно баунти-руны на ранних этапах. Поэтому у нас ДД забирает себе Дарксир. Оно ему, в принципе, и нафиг не надо. Где этот, кстати, Дарксир? А вот он, Дарксир с ДД. Хвост уже у нас. Подрезает по чуть-чуть YBF-а и... YYF начинает гонять хвоста на сложной линии. У хвоста ситуация здесь не самая приятная. Стоять на легкой линии милишнику. Стоять практически против, не против героя, а против Айншелла. Это, конечно, неприятность. И хвост здесь по ХП уже показал, что проседает и будет проседать. Вообще, Дарксир очень часто использовался как оффлейн-герой. Сложная отыгрывалась на 5 с плюсом. Нави тоже не пренебрегали этим героем. Брали его... частенько и брали его, в принципе, достаточно результативно. Тот же лост на Дарксире выглядел прям великолепно. У меня, кстати, до сих пор в голове, когда я вижу Дарксира в пике какой-то команды, я думаю, о, это вот как-то какой-то тег идет на все того же Диму Light of Heaven, потому что удавалось ему великолепно все. Да и вообще, дота как-то во многом связана с командой Na'Vi. Я думаю, что время пройдет, и ну, время Na'Vi, возможно, уже как бы близится к завершению. Но даже спустя несколько лет Na'Vi были, есть и останутся одной из наиболее ярких команд вообще в истории доты, вот которой мы и касаемся, поэтому два выпуска подряд касаемся команды Na'Vi. Они не лучшая команда в истории, разумеется, не лучшая. Есть команды сильнее, есть команды сыгранней, организованней, как спортсмены, как киберспортсмены. Na'Vi далеко не лучшие, тем более сейчас. Если и получается у них выигрывать, то получается выигрывать благодаря каким-то инновационным решениям. Но опять же, они и по инновациям уже немножко... отстают у нас от современных коллективов. Но то, что Na'Vi на протяжении всей своей истории были абсолютно ярчайшим коллективом, я думаю, что с этим фактом никто не поспорит. То есть, если взять, например, взять IG, взять Альянс того времени, ну, скорее всего, IG, наверное, на 2012 году, ну, для тех, кто с баскетболом знаком, была команда Chicago Bulls, и в этой команде золотой этап своей карьеры отыграл Майкл Джордан. Майкл Джордан, в общем-то, по скиллам своим был не сравним со всеми. Он делал ровно все. Он делал так, что никто не мог до него добраться. И делал все это, то есть, практически идеально. Примерно так, как IG отыграли у нас в гранд-финале против команды Na'Vi. И в этой же команде, в команде Chicago Bulls, вот, многократном чемпионе NBA, играл Деннис Родман. Этот парень не был лучшим баскетболистом на тот момент. Да, он с Chicago Bulls повыигрывал много чего, в основном благодаря Майклу Джордану. Но этот парень был просто упоротым на всю голову и не привлекать свое внимание он не мог. То есть он творил абсолютно охинейные вопиющие вещи, такие как прыжки двумя ногами в, куда-нибудь на комментаторский столик или еще там куда-нибудь в толпу, улетая, просто спасая какой-то мяч, который, по сути, ничего не решал. Просто потому, что он так играл, потому что он так игру чувствовал. И для меня команда Na'Vi была, если останется, примерно вот таким вот Деннисом Родманом от баскетбола. Обалденный, хороший уровень, играет на топ-уровне, как и Родман играл в топ-коллективе. Вот. Где-то что-то не получается, где-то есть какие-то проколы, где-то не тащит, вот, где-то на каких-то вторых позициях, но при этом настолько ярко, что не наблюдать и не восхищаться игрой, и просто с открытым ртом не наблюдать за матчами, как это было в 2012, в 2013 году, касательно Na'Vi, ну, нельзя было. Поэтому Na'Vi у меня были, если останутся на этих позициях, ну и
Опять же, выпуски авторские, могу себе позволить такие вот лирические отступления. Ну что, Na'Vi на данный момент выигрывают 800 по голде, по экспириенсу 750 тоже в пользу как команды Natus Vincer. И Смайл с диаболиками второго левела, промакшенами. И Лост со своими эдолонами. И здесь вот от Пупея тоже есть подарочек в виде сатира. Казарма магов. Вот так вот назван у меня сейчас. Гляньте, как выглядела казарма магов в 2012 году. Вот так она выглядела. Вот так, как выглядит сатир. Это она и есть. Сатир называется казармой магов. Хорошо, хорошо. Оружейник древних дракен. Это у нас Эйдолон. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Тимберсоу у нас. Вот он, Тимберсоу. Господи, да у нас новая рубрика просто. Сойди с ума с Дотой 2012. Вот так выглядит Тимберсоу. Давайте посмотрим, какие еще у нас будут новинки на карте на этой. С этой стороны Туск у нас воюет. Там Тимберсоу, здесь Туск. Так, я немножко отвлекусь. Тут, в принципе, Na'Vi пушат. Мне просто самому интересно. Вот он Туск. Туска убили. Правда, об этом никто нам ничего не говорит. Хвост на антимаге в это время забирает Тауэр. Тимберсоу здесь месяц в компании других Тимберсоу. У них получается хорошо. И сзади их Сатир мучительно стреляет. Вот, пожалуйста, Сатир мучитель. Как мучительно смотреть на этого Сатира. Бьет он башню, бьет вместе с крипами башню. И тройка легион командеров окружила и просто размешивает пополам у нас башню. Так. Может, дальше что поинтереснее будет у нас еще? Здесь у нас башня, здесь у нас туски бегают, здесь у нас оружейники. А, это у нас Огр Громила. Он в 2012 году занимался доставкой артефактов. Каких артефактов? Артефактами все вроде нормально. Может, еще что есть интересного? Малый голем у нас есть. Безусловно. И здесь по крипам, в принципе, мы разобрались. Легион командеры у нас идут со стороны команды IG. И со стороны команды Na'Vi у нас куча абадонов идет. Здесь Тимберсоу настреливает. Здесь, в свою очередь, настреливал... кто там настреливал? Сейчас глянем. Туск. Да, Туск у нас рейнджевой. Ну, понятное дело, что дота вся перекроилась. Тут кто кем вообще выступает. Здесь Frozen Sigil в виде тролля. Healing Campfire. Казарма магов еще одна. Тоже, в принципе, неплохо. И здесь та же история. Просто интересно вообще, что как переменилось. Еще одна казарма магов. Несколько казарм магов. Здесь у нас еще казармы магов. Вот фонтан, пожалуйста. То есть кто скажет, что эти ребята не фонтан, пфф, смеюсь вам в лицо и буду смеяться и дальше. Фонтан. Вот он. Фонтан. И постройка. Несколько построек у нас в лесу, которые маскируются под кентавров. Парень, мы знаем, что ты постройка. Ладно, давайте перейдем к более-менее адекватным вещам на этой карте. По сборке. По сборке Дэнди, в общем-то, идет по классике. Тут ничего особенного. У него есть Power Threads, у него есть Bottle, у него есть Healing Self и... в принципе, Дэнди пока ничем у нас особенно не удивляет. На мидлейне у нас Веномансер. Веномансер, который идет через Плагвард. 4-го левела Веник, 7-го левела Квапа. Кто же здесь? Не он же стоял. Стоял в Феррари. Да, Тинкер здесь стоял. У Тинкера есть Боттл, есть Тапок. В принципе, Тинкер по нетворку, как я понимаю, уступает своему оппоненту. Квапа у нас 3700 от Дэнди, а Тинкер 2100, да, отступает просто потрясающе, очень сильно. Отвалился у нас Тинкер по самим керри. Хвост на антимаге. У него 3800. У хвоста уже есть ПТ, у него есть Ring of Health. Ничего нет в курьере, но есть 900 на руках. И как там Луна Джоу? У нее есть Аквила. Да, Аквила уже, значит, была к тому моменту. Да-да-да, Аквила у нас еще с первой доты, конечно, была. Транквил Бутсы и, в принципе, все. Керри, который собирает Транквил Бутсы, тоже достаточно симпатичная и старая история, которая юзалась у нас на Фандом Лансере. Можно было неоднократно наблюдать Транквил Бутсы на той же Луне, да и на Антимагии Транквил Бутсы периодически наблюдал. Смотрелось это немного странно, но такая была мода. Действительно, и сейчас, кстати, наблюдая за дотой того времени, понимаешь, насколько бредовейшая затея сама по себе эти Транквил Бутсы. Ну, примерно так же, как в 17 веке, насколько бредово выглядели мужики в колготках, но они были.
Они были во Франции, где-нибудь с какими-то кругленькими шортиками. Они смотрелись нелепо. Вот глазу 2020 или 21 века, конечно, это все выглядит просто диким вырвиглазным адом. Вот. Но тогда это была мода, и я вот смотрю, и что этой луне дают Tranquil Boots? Почему здесь нет ПТ? Почему здесь для, например, спама люсенбимами нет каких-нибудь аркан бутсов даже? Пускай соберет. Но нет, была такая история. И поспорить с ней, в принципе, не придется. Нам смысла в этом я не вижу. Инчао, чуаня. ПТ пока что больше ничего. Тинкер у нас готовится выйти в Boots of Travel. Тут ситуация неизменная. Тинкер у нас как занимался полетами по всем лайнам, так и занимается дальше. Естественно, March of Machines от Тинкера промакшен. Потому что Феррари надеялся чуть-чуть пораньше полетать, но пока что не летает. Нави выигрывают по голде 3. По экспириенсу они выигрывают 300. На первых двух позициях Дэнди, на первых двух позициях Хвост. И Феррари, в принципе, уже готов летать по лайнам. У него есть марш машин, у него есть реарм, но нет при этом Boots of Travel. То есть Тинкер немножко опередил свой фарм, своей стратегией, своей тактикой. Выходит у нас казарма магов, настреливает по игрокам команды IG. Привела за собой постройку, но постройка здесь очень сильно терпит от древних охотников. Естественно, пачка абадонов от команды Na'Vi рассыпается под машинками достаточно быстро. И здесь каменные големы от Ласта тоже, в общем-то, достаточно неплохо дефят. Опять древний охотник. И древних охотников надо разбивать, чтобы спасти крипа мага. Крип маг, друзья. Прошу любить и жаловать. Ну что, Na'Vi, в принципе, здесь практически потеряли Т1, но отстреливаются достаточно неплохо. И при этом деньги продолжают расти для команды Na'Vi. Все почему? Все потому что Хвост занимался тем, чем должен заниматься и в нынешней команде Na'Vi Хвост. Мы должны создавать пространство для фарма. На фри-фарме Хвост не знает себе равных. У него 80 крипов за 11,5 минут. Это хороший, достаточно серьезный и интересный показатель. Так вот, Хвост по фарму тут, в общем-то, в топе. И 5400 у него по голде. Линию Хвост держит великолепно. Это при том, что Na'Vi снесли тавр. Но Хвост дальше положенного у нас не проходит. Его не трогают, и он никого не трогает. Он трогает только крипов, в частности, легион командеров фармит у нас Хвост. И башни периодически. Вот. Ну и своих абадонов, и Тимберсоу тоже денает на 5 с плюсом. А команда Na'Vi здесь, конечно же, Invictus Gaming задавит. Все это понятно. По истории Dota, я думаю, вы в курсе, что Na'Vi выйдут у нас в гранд-финал, где опять же с IG им придется встретиться. Но до этого еще несколько десятков минут нам придется подождать. Выход от команды Na'Vi на нижний лайн. Na'Vi, в общем-то, активно ведут себя. Вчетвером перемещаются по линии. И Хвоста как оставили одного фармить, так Хвост один и фармит. У Хвоста уже есть 1700 на руках. У него есть Пурман Шилд, у него есть ПТ. У Хвоста неплохой ПП реген. Может себе позволить и сливать ХПшку где-то на крипах. А ну на ком, кстати, он здесь сливает ее? На казарме мечников. Сливает Хвост ХП и, в общем-то, и на линию возвращается, и лес успевает подфармить. Ну, нормальная, в принципе, работа для керри, которого оставили абсолютно одного. Тут уже вопрос, конечно, к команде IG. Какого вообще IG они оставили Хвоста в соло? Человек, который по фарму на тот момент, во-первых, выступал за действующего чемпиона интернешнл, то есть, по факту, лучший коллектив на тот момент в мире. Во-вторых, выполнял роль керри на 5 с плюсом. И к Хвосту не было никаких претензий. Из-за тупов от Хвоста не было. И не было от Хвоста каких-то сливов жесточайших, как в последнее время, чтобы, например, на гирокоптере не собрать БКБ к 60-й минуте не решиться, а собрать его только когда трон падает. Такого на Хвосте не было. Ну и что, и у нас ФБ. ФБ от Чуаня на инче. Блэк Холл от Ласта. Жоу разорвало на куски. Соник Вейв у нас от Квапы. На лоу ХП уходит отсюда Чуань. Ульта пошла от Хвоста. Чуань, в принципе, не просел по ХП. Ну, Чуаня здесь должны, в принципе, доесть. Дэнди прыгает у нас за Чуанем. Скримом в Спейн.
И YYF-а тоже отсюда гонят. Мелифейс у нас на YYF-е стягивает всех и должны здесь его забирать без вопросов. Вот зачем фармил хвост. У него уже есть клеймор, и у хвоста уже есть деньги на приобретение Battle Fury. У хвоста на 14,5 минуте появляется Battle Fury. У него есть один килл, у него есть один ассист. Ну, в общем-то, по игре, ну, активно. Не знаю, почему-то сейчас вот приятно смотреть на Na'Vi того времени. Я как старый дед просто смотрю на тех старых Na'Vi и понимаю, что где это все и как это все вернуть, непонятно. Может быть, Na'Vi в новой истории будут радовать. Да просто скрещу пальцы на руках и на ногах, чтобы на интернешнале под номером 5 Na'Vi выглядели хотя бы в половину той мощи, которую представляли в 2012-2013 году. Было бы просто великолепно. Вот. Но пока ты смотришь на это и что-то ноет касательно прошлых интов. Поэтому, конечно, вопросы есть, вопросы остаются открытыми, ну и грустновато. Ну и, кстати, хвост, что касается фарма, посмотрите, 7600 у него уже есть. Battle Fury на 14 минуте, у него есть ПТ, у него есть Фурман Шилд, и у него 800 сверху. И при этом деньги в 2012 капали гораздо медленнее, чем они капают сейчас. По 1 копейке в секунду капало, сейчас капает по 2 копейки в секунду. То есть по 120 монет за минуту, мы можем считать, за 20 минут накапывает 120 умножить... 2400. Вот, это накапывает сейчас. Тогда накапывало 1200 всего лишь. То есть хвост превосходит современного хвоста очень даже сильно. В это время команда IG заходит уже на хайграунд. 16-я минута, IG поднимается на ХГ команды Na'Vi. И надо бы здесь подефать, потому что так-то можно и сторону потерять. На 16-й минуте остаться без стороны, это вообще оставить без фарма. Да, там хвост ничего так с Battle Fury смотрится, но не рисковать же при этом вообще всей игрой. Только для того, чтобы хвост нормально выфармил. А хвост в это время у нас пушит нижнюю линию. Феррари пришел сюда отпушивать. У Феррари уже есть Boots of Travel. Феррари, кстати, тоже нафармил достаточно быстро данный артефакт. И к Феррари претензий не так много, но они тоже есть. Na'Vi по фарму занимают первые три позиции. Na'Vi занимают первые три позиции по нетворсу. Квапан на втором месте, Лос на третьем и лидирующие позиции, конечно же, у хвоста. У хвоста 8700 нетворс. Так, и глянь, видите, големы распадаются, из них никакие новые големы не выпадают. Ну что, и замес пошел у нас на мидлейне. Стяжка пошла по Пупею. От Фейта прошла у нас ульта. Ульта также от Пупея. Подхилили всех, ну, правда, кроме Пупея, никому-то подхилы не нужен был. Хвост просто пополам разорвал у нас только что Тинкера. Дэмэджа колоссальное количество влетело. И хвосту надо отсюда просто ретироваться, потому что против четверых соло. Хвост соло здесь не подерется. Ну и по одному герою разменялись что Na'Vi, что IG. Если бы Fight Recap мы могли с вами посмотреть, понятное дело, что Тинкер был дороже, чем Пупей на Чене. Тинкер... один из топ-нетворсов команды IG, а Чен от Пупея тут второй с конца. Конечно, это все не то. И вот древний охотник-вожак. Не все же обычные древние охотники. Сигил. От Туска пару построек. Постройка поменьше. Туск. Казарма магов. Вот ледяной сигил. Ну, еще парочка казарм магов. А что здесь? А ну-ка. Сатир-колдун. А я вовсе не колдунья, я любила и люблю. Ну да, это все просто смешалось. Ну, понятное дело, что только не менялось в доте. И там программисты продумать все до конца не могли. Да и кто вообще знал, что залезет кто-то в этот сундучок со сказками из стримеров и будет выстримливать матчи 2012 года, вспоминать, как вообще все это было. Ну, мы взяли за это не самое простое, конечно, дело по такому вот легкому комментированию, но, тем не менее, интересно и, надеюсь, вам тоже интересно. Что, Жоу в инвизе на Луне подошел у нас к Т2 уже. Просто надо, чтобы все собрались, и желательно Vision был команды IG.
Пупея через Люсенбим поймали. Залетел Импетус. Просто громаднейший от Инчи. Чуань забирает у нас Пупея. Блэк Холл пошел от Ласта. Лост в БКБ. YYF там. Туда же Scream of Pain и Sonic Wave от Дэнди. И Жоу просто рассыпается на куски. Даблкил от Хвоста. Хвост дальше за Феррари. Феррари просто делает тэп-аут. Нави теряют Чена, но забирают четырех игроков. И тут Fight Recap показал бы нам, я думаю, чудовищное преимущество команды Нави, потому что застой по фрагам был. Нави выигрывали со счетом 2-4 до этого файта. Потом потеряли Чена и забрали четверых героев. Счет стал 3-8. Ну и здесь сквозь... Что Абисал Андерлорд? Андерлорд? Представляете, Абисал Андерлорд. У нас Абисал Андерлорд падает. Команда IG на мидлейне. А что здесь тогда у нас? Здесь у нас Оракул. Так у нас тут еще смотреть и смотреть. Нави за 20 минут вырвали преимущество 4000 и по экспириенсу более 7,5 тоже для Нави. Так, давайте смотреть, смотрите, сколько интересных вещей. Здесь вот версия у нас. Здесь у нас крип-мечник. Так вот, где он затаился. Я понял все. Здесь у нас, значит, бьются легион командеры, а крип-мечник стоит и халтурит здесь на базе. Рядом с другим таким же крипом-мечником и еще одним крипом-мечником. Здесь пару башен, мега-крип-мечник и Винтерн Виверн, наконец-то. Вроде 2012 год, Винтерн Виверн тогда выглядела вот так. Кто бы знал вообще, тут доту действительно не узнать. Угу, даже не хочу понимать, что это. NPC Dota Tinker. NPC Dota Tinker. Крипмечник. Ну, в это время Нави забирают Роху, и Роха тоже на непривычном месте для команды Дайр. Рошан здесь был поближе. Достаточно полезная вещь для Дайров. Вот у Реддентов тут по фарму чудеса были, у Дайр было преимущество касательно Рошана. Ну, и Нави его реализуют. Понятное дело, что не... Только благодаря тому, что Роха был географически ближе к базе команды Нави. Вот, не поэтому, потому что Нави просто сильнее здесь по золоту, по XP. Больше левела, лучшие артефакты, поэтому Нави и могли себе позволить без проблем зайти на Роху. Хвост уже у нас приобретает себе Ultimate Orb. У него есть 2450, даже 2500 на руках. Хвост Манта Стайл вот-вот себе принесет. Дальше будем, я думаю, Башер наблюдать, дальше Abyssal Blade, все это... Собственно, классика. Есть уже Яша у нас у хвоста. Что там у Дэнди? Какая сборка? Квапа первым артефактом собирает БКБ. И сейчас можно это заметить. Тоже не редкость. Если сильно, конечно, серьезная игра, то Квапа изначально обезопасит себя. А потом будет уже собирать себе аганимы, которые то ли для фарма, то ли для файта. Потом уже будут появляться оркиды. У Пупея по классике. Мека, начение. Ну и все. И Boots of Speed, которые потом в Аркан Бутсы превратятся для всей команды. Что, команда IG готова пушить. Получается у них, в общем-то, неплохо. Так, у нас уже вторые машинки пошли. Хвост у нас много хп потерял. Но у хвоста, если что, есть IG здесь. Хвост у нас прыгает в толпу. В Black Hole от Ласта попадает... Жоу-жоу отваливается, хвост уже делает даблкил в этом файте. И еще один килл от команды Нави. Это Unstoppable для хвоста и минус 3 со стороны команды Нави. 11-3 становится счет. И по голде Нави здесь просто издеваются над своим соперником. 5 с копейками по голде, по экспириенсу 11 тысяч тоже. В пользу команды Natus Vincer они давят и должны додавить в итоге своих соперников. Игра закончится еще не скоро, тут, то есть... Будет, собственно, кому с кем посостязаться, да и поорать тоже будет. Где? В это время, собственно, кто сдерживает команду Нави? Сдерживает Тинкер, у которого есть Boots of Travel за счет реарма. Тинкер тут, понятное дело, что линиям покоя не дает. Летает Феррари везде постоянно. Ну и, кстати, деревья форстав не рушат. Прям такой не форстав тебе, а какой-то... Куда вообще делись деревья? Почему здесь крипы так спокойно ходят? Не ясно. Может, это опять же очередной баг, ссылаясь на то, что это дота 3 лет. После множества обновлений тут все перемешалось вообще.
Так вот, спушить, собственно, линию не дает спушить вообще хайграунд команды IG. Команде Na'Vi не дает в первую очередь Ferrari на тинкере, который постоянно подпушивает лайны, и как ни глянешь, крипы все время движутся в сторону украинского коллектива. Да и тинкер, обратите внимание, через форстав, не дагер, не дагер, дагер не покупался, потому что дагер, во-первых, тогда требовал маны для использования, во-вторых, не нес в себе никакой пользы, он и сейчас не несет в себе никакой пользы, но сейчас польза у нас в мобильности, потому что дота стала порезче, побыстрее. Побыстрее и пораньше появляются артефакты, потому что большое количество денег капает просто пассивным образом. Вот, поэтому сейчас у нас на тинкере дагер. Тогда был форстаф, и Феррари, в общем-то, законодательный такой мод на артефакты, поэтому я думаю, что срез вот такой вполне будет актуальным, срез того времени. Хвост у нас рассыпается, рассыпается под стенкой, начинает выжигать всех у нас Смайл. У Смайла пульс снова первого левела. Маны просто не так-то много у Смайла, поэтому позволить себе бегать и гореть постоянно Смайл не может. Просто разменяли двух игроков команды IG, а это мейн керри, это Луна Оджоу и это саппорт Веномансер. Разменяли на один Aegisot антимага. Ну, достаточно полезный для команды Na'Vi размен. Ну, здесь по пенантам, кстати, тоже обратите внимание. 7700 для Na'Vi и 1400 всего лишь для команды IG. То есть болели за Na'Vi, потому что Na'Vi были звездами, Na'Vi таковыми и остаются на данный момент. Вот, но тогда Na'Vi, конечно, привлекали максимальное количество внимания. Плюс с учетом того, как они сливали, как они потом камбэчили, естественно, все любили Na'Vi и любят по сей день. И вот как бы зерна всего этого были посажены еще тогда, еще в далеком 2011-2012 году. В 2013 за ним болели как полоумные все. Ну, там Na'Vi слили, а после этого в 2014 нырнули. В общем-то, уже не такой серьезной командой, как это было до того. Говорили, что... я помню, что в 2014 был разговор, что... когда Na'Vi в восьмерку попали и вылетели у нас от клаудов. Вот, говорили, что как это так, Na'Vi без призовых мест, то есть не в тройке лидеров, даже не в гранд-финале, а просто даже, и даже не в тройке, и не в четверке, и не в шестерке. То есть призовые остались у нас без Na'Vi, конкретно три места на пьедестале. И как же так? Кто знал, что в 2015-м 16 команд у нас, значит, точнее 10 приглашенных, останутся без Na'Vi в собственном списке. Ну, тут только, не знаю, руку Гейбу Ньюэллу пожать за то, что прогиб был не засчитан. То есть так прогнуться и пригласить Na'Vi нынешнего уровня на International просто за былые заслуги он не удосужился. Он сказал, ну, организаторы решили, что если команда не тащит, а Na'Vi своей игрой показали, что они не тащат, и Габлак там начудил прилично так, да и вообще сами Na'Vi не блистали. А вот, если Na'Vi не тащат, то какого пса вообще давать им слот на International, когда речь идет об огромнейших деньжищах. Еще раз напомню, вот датируя данный выпуск 10 июня 2015 года, скажу, что International у нас перешагнул, призовые International перешагнули отметку в 12 миллионов, и даже чуточку больше. А вообще, давайте время есть, давайте я скажу вам точно, сколько... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, 13 миллионов перешагнул у нас призовой International. 13 миллионов, если быть точным, на данный момент 13 миллионов 67 387 долларов. Вот такой призовой International на вот эту секунду, 20.57 по Киеву, по Москве, 10 июня. По-моему, очень много. И было бы обидно просто так отдавать эти деньги, потому что команда когда-то где-то тащит. Поэтому Na'Vi будут доказывать, да и рубиться, я думаю, за такие призовые они будут 100%. Не знаю, почему на четвертом они не отнеслись серьезно, а может отнеслись, просто не получилось. Может, просто уже и не тащат. Ну ладно, это уже так переливание из пустого в порожнее. Na'Vi спушили Т2. На мидлейне. У них 10 тысяч преимущества по голде и 20 тысяч преимущества по экспе. К тому моменту, ну, это огромнейшее преимущество. Огромнейшее. Огромнейшее и практически неотыгрываемое.
Так, я позволю себе отвлечься на чат. И натолкнули вы меня на мысль, что Нави не пригласили, потому что, собственно, из-за смены состава не пригласили. А нет, ребята, это не так, это 100% не так, и сейчас аргументирую, почему. Потому что за смену состава по регламенту организаторов, по регламенту Valve, команда не лишается приглашения, команда дисквалифицируется. Так было с командой, Summer's Rift. Их пригласили на International, они поменяли состав, и их дисквалифицировали, и вместо них позвали EHAG. То есть команда EHAG едет вместо Summer's Rift и будет там бороться. Смена состава ведет к, дисквалификации, а не к отмене приглашения, и дальше боритесь, сражайтесь. Нави не пригласили, потому что они достаточно серьезно насливали к тому моменту, и побед у них громких не было, а за былые заслуги слишком давно, слишком былые были эти былые заслуги. Ну что, хвоста на 30-й минуте, прошу обратить внимание, что вообще по артефактам. Просто чудо из чудес. У него есть Manta Style, у него есть Battle Fury, у него есть Heart of Tarrasque. У него даже Purman Shield сохранился и Magic Wand. И 18-300 на 30-й минуте. Где ты такой, хвост? Впереди в 2015 году покажись. Мы просто забыли уже и стосковались по тебе. По такому фармящему антимагу. Но антимаг не пикается. Хотя скажите, не мог ли антимаг в 2015 году также фармить? Да тащил бы без вопросов антимаг. Просто не берут. Потому что немножко другие приоритеты сейчас как-то в пиках и вообще в комбинации. Хвоста бьют, хвосту все равно. Вообще, давайте, кстати, по сборкам посмотрим, как дела обстоят. У Квапы Ultimate Orb и БКБ. Дэнди идет у нас в Хекс. У него Sight of Ice появится вместо Оркида, который, в общем-то, сейчас классический. У Энигмы все по-старому, и это хорошо. У Энигмы БКБ, у Энигмы Dagger. Ну и Меку Лост не решился собирать, потому что есть Чен, у которого есть Мека. Чен у нас с ПТ. Чен у нас не с Аркан Бутсами. У него ПТ, Рингов, Базилус и Брасик. Знал бы Чен, что в 2015 можно собирать Владмир, например, на всех, а не только для милишных героев. Собрал бы. Просто так, на перспективу. Роха падает у нас для команды Дайер. Антимаг, он же хвост. Он же Александр Дашкевич забирает. Рошана, ну и... Хвост пошел у нас наказывать Феррари. Чрезмерный пуш. Хвосту, в принципе, все. Физический дэмэдж и выйдется благодаря Тараске. То есть моментально потом восстанавливается ХП у хвоста. Магический дэмэдж просто не касается антимага в принципе. У него 16 дефа встроенного, при том, что на деф ни черта у антимага нет. Вообще по факту. У него 20 левел, у него 2400 хп, много дэмэджа при такой-то скорости атаки. Ну и хвосту, я думаю, следует задуматься о появлении башни, чтобы нормально контролировать. Нормально контролировать файте игроков команды IG. Ну что, IG заходит у нас в бок команды Na'Vi. Смог с Феррари спадает, ну и в рассыпную команда Na'Vi. Стяжка пошла у нас от Дарксира. Лост не знает, в кого зарядить БКБ. Блэк Холл, точнее. Провязал БКБ Лост, провязал БКБ Дэнди. С Дэнди уже спадает БКБ. Дальше за Жоу. Ну, здесь Кос просто нарезает по Жоу. Секунда до блинка. Перекрывает путь Жоу у нас Дэнди. И Хвост даже не блинкался. Хвост блинкается в другую сторону, идет на мидлейн. Пупей, киллинг спри. 16-3 выигрывает команда Na'Vi. Камбэк просто на 5 с плюсом. Они готовы к гранд-финалу, они действительно на ходу, они яркие, интересные, агрессивные. Ну и команда Na'Vi, по-моему, если не ошибаюсь, если память не изменяет, это было 3 года назад, но, по-моему, Na'Vi заходят в свой финальный пуш, и сейчас антимаг будет творить просто жестяк абсолютный с командой IG. Чуань и YYF здесь, Lost. Блинк у нас туда же, Black Hole минус... 3 делает команда Na'Vi. Нет, жестяка здесь не будет. Это в другой игре, в другом турнире. Na'Vi забирают троих игроков команды IG. IG пишут GG. Да, кстати, вот как пишет здесь Вилат. Я смотрю в чате еще
старом Gangnam Style. Просили, тогда это было еще актуально, 2012 год. А так хотелось забыть. Тогда Дэнди плясал, и Хвост плясал, все плясали Gangnam Style. Темное было времечко. Темное. Ну ладно, а что тут? По сути, говори. Нави переиграли IG, мне кажется, на скеле. Дали Хвостовой фарме то, что необходимо. Хвост равных себе, в принципе, на карте не ощутил. Пока здесь Хвост дорезает барак. Дорезает а трон. Давайте его остановим. Саш, успокойся. Все это все прошло, забудь. Мы, собственно, 2 секунды и поговорим о том... Что же, собственно, мы сегодня наблюдали и к чему вообще все это было? Было все это исключительно с одной единственной целью, с целью посмотреть, какова у нас история Доты, как она протекала, как она развивалась, вот какие изменения случились в Доте за последние 2-3 года, ну и проанализировать, чтобы понять для нас, что вообще стоит из прошлого почерпнуть. Ну, это была студия Игрокам ТВ, у микрофона друг, выпуск первый, второй выпуск мы завершаем на сегодня, и сейчас, через секунду, я еще раз анонсирую для всех турнир, который проводит наша группа и наша стрим-студия. Студия Игрокам ТВ, у микрофона был друг, пока что небольшая пауза и анонсик через 2-3 секунды, чтобы мы просто отделили одно от другого. Вот, ну и теперь после выпуска, второго выпуска RTRTI, Retro International от студии Игрокам ТВ, еще раз объявлю. Друзья, в нашей группе ВКонтакте проходит турнир. Первый турнир, который мы организовываем, мы не коммерческая организация. Поэтому турнир этот будет не денежный, призы будут касаться исключительно доты, то есть игра будет для геймеров. Но главное преимущество этого турнира для всех аматоров игры, если вдруг профи придут, пожалуйста, посмотрим и на профи. Главное преимущество заключается в том, что вы можете почувствовать себя настоящим профессиональным игроком, потому что все матчи турнира будут стримиться на нашем основном канале. С полным набором графики, с турнирной таблицей, которая будет обновляться и на нашем сайте, и в нашем паблике ВКонтакте, и вводы всех матчей, повторы вы сможете наблюдать на Ютубе в отдельной рубрике. Вот, то есть будет с абсолютной серьезностью освещаться данный турнир. Вы сможете стать частью хорошего такого потненького ивента, который запомнится, я думаю, всем вам, и который станет в нашем случае постоянно. Ну что, это была студия Игрокам ТВ. Не забывайте заходить в группу ВКонтакте. Конечно же, нажимайте follow на нашем канале на Твиче. На сегодня я с вами прощаюсь. До завтра. Второй выпуск объявляю законченным. Меньше играйте в Доту, больше читайте книгу. Услышимся.